Сьогодні ми навчимось створювати настрій своїми руками. В цьому нам допоможуть вихованці Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Іван тут навчається лише півроку, але починаючи з ним розмовляти, одразу розумієш – хлопчик прийшов за адресою. У мене мама в інституті училась на строїтелі, і папа – електрик. Поэтому я умею чертить чертежи. Із Іваном ми більше познайомимось трохи згодом. А наразі нагадую, сьогодні ми створюємо ялинкову прикрасу з вихованцями гуртка інформатики. Заняття проводить практичний психолог Тетяна Вікторівна Цуканова. Кінець року, кінець семестру. Діти уставші, діти перегружені, йдуть контрольні. Де взяти сили, де взяти ресурси? И такие вот творческие занятия для тех ребят, которые не занимаются ручным трудом, а занимаются в основном больше интеллектуальной деятельностью, они малоподвижны. Эта деятельность предполагает работу больше, скажем так, визуальную и больше интеллектуальную, но меньше она предполагает все-таки такую работу моторики и получение такого погружения глубокого в процесс. Ну, погружение есть, но погружение другого рода. И у нас есть такая традиция для того, чтобы подарить детям кусочек радости, кусочек счастья, для того, чтобы показать им разные сферы и творчества, и жизни, и разные сферы, способы удовольствия получения, мы делаем такие вот маленькие творческие мероприятия для детей, именно занимающихся чисто техническим направлением. Сегодня мы украшаем елочные шары. Это очень интересное занятие, и мы будем их украшать в технике декупаж. Существует разные способы украшения шаров, можно их и расписывать, можно их и чем-то интересным обклеивать, можно их инкрустировать, но в данном случае мы выбрали такую технику, как декупаж, с помощью салфеток, с помощью красивых картинок, красок мы украшаем и делаем новые елочные шары. Декупаж – це техніка декорування. Її суть полягає в тому, що зображення наноситься на різні матеріали, потім вирізаються і наклеюються. Останнім часом декупаж збагатився іншими техніками – виконання із серветок, тканини, а також з'явився декупаж, котрий виконується за допомогою комп'ютерної графіки. Таким чином можна прикрасити будь-яку поверхню. Основна мета – отримати ефект намальованої картини на предметі. При цьому техніка виконання для різних поверхонь практично однакова. Вам знадобляться ножиці, клей, лак, серветки та пензлик. Техніка декупажу не складна, будь-хто може її навчитися. Однак необхідно врахувати всі деталі, бути уважним і володіти необхідним мінімумом знань. И тогда результат перевершит все ожидания. Это интересно. Это необычно. Хотя вроде бы в декупаже уже много всего сделано, об этой технике последние несколько лет говорят, делают все вокруг, но тем не менее каждый раз дети, встречаясь с ней, они открывают для себя что-то новое. Буквально там за полтора часа в твоих руках расцветает новая вещь, игрушка. Та игрушка, которую ты сам придумал, та игрушка, которую ты сам сделал. Никто тебе не ставит жесткие рамки о том, как это должно быть, как это должно выглядеть. Да, они знают саму технологию, я им рассказываю, что вот это нужно делать, это не нужно, это делается там, в какой последовательности это делается. Но никто им не ставит ограничения ни по выбору рисунка, ни по выбору тематики, ни по выбору цветовой гаммы. И это позволяет им, во-первых, окунуться в первую очередь к свой мир, к своим желаниям, встретиться. И дальше уже, узнав, чего я хочу, да, в принципе, выдать этот продукт вовне. И всегда эти занятия дарят в первую очередь им радость, удовольствие. Это такой ресурс, который помогает дальше. Кто-то начинает развиваться, кто-то просто вот
разово точечно получил удовольствие, но тем не менее это останется в память о том, что да, это у меня было и я это умею. Спочатку наносимо ґрунтовку. Якщо колір кульки не повністю зафарбувався, можете нанести ще один шар. Поки кулька сохне, обираємо зображення на серветках та вирізаємо його. Відділяємо всі непотрібні шари серветки та прикладаємо наше зображення до сухої кульки. Розчином клею ПВА з водою, з відношенням один до одного та за допомогою пензлика ми будемо кріпити нашу серветку до кульки. По сухому, отак, отак аккуратненько, від центру края, аккуратненько розтягуємо. Могут образоваться складочки, мы аккуратненько, мягенько кисточкой эти складочки растягиваем. Понятно? По сухому. То есть просто прикладываешь, держи. Беленький. Ну я же говорю, вот он объемный получился, да, из-за этого, вот это, именно этот, а, шарик, да? Да, да, он как объем, как посыпанный манкой. Мы, в принципе, предполагали еще делать объем с помощью манки. А если я сюда еще? Нет, это будет лишнее, не надо. А почему ты взяла именно такие маленькие фигурки? Их легче приклеить. А, да? А если она наоборот, например, крупные фигурки, раз, два, приклеила. Нет, крупная похуже. Да? Их нужно дольше мазать, и они за это время рвутся. Чтобы правильно работать на компьютере, я прихожу на урок информатики. Что ты уже за этот полгода научился делать? Работать на, в интернете, создавать папку и в эту папку переставлять все, что хочешь. А что ты хочешь в папку переставлять? Ну, я дома на компьютере не работаю с папкой, не создаю. А дома что ты делаешь с компьютером? Ну, смотрю домашнее задание. При створенні своєї кульки хлопчик поекспериментував. Я сделал такой шарик из двух салфетков, потому что мне эти две салфетки очень нравятся, и они очень красивые. Потому что тут есть подарочки, елочки, колокольчики и один большой синий колокольчик. А ты говорил подарочки, ты уже знаешь, что тебе на Новый год подарит Дед Мороз? Или ты мечтаешь, может, о чем-то? Я знаю. Деньги. И я попросила Деда Мороза за деньги, чтобы я выбрал и сам купил себе подарок. Окрім цього гуртка, Юліана із задоволенням опановує хореографічне мистецтво. Займається в гуртку ляльки-мотанки. Найбільше їй до вподоби останній. Ну, що там мотають кукли, я вже зробила 4 кукли. Да. Я сделала очень разные мотанку, чтобы она берегла нашу семью, чтобы у нас было счастье, много денег. А еще я смотала на удачу. А вот эти вот шарики, куда они будут? Я ее повешу на мою елочку. Тебе не кажется, что эти шарики тоже будут как бы оберегать? Это же своими руками сделала. Да. А как ты думаешь, вот символ чего это шарик? Вообще, зачем украшают елку на Новый год? Ну, чтобы было больше веселья, чтобы настроение поднимало больше. Почему ты выбрала именно такую салфетку? Потому что она мне нравится, здесь такие прикольные звоночки под мои ногти. Под твои ногти? Я тоже заметила, что у тебя ногти такие же, как звоночки, да? Такого же цвета. Это твой первый шарик или нет?
Ну, я уже клеила. Вот мои еще одни шарики. Вот этот я сама делала под Новый год. А вот этот... Ой. И вот этот. А вообще тяжело ты делать такие шарики? Нет. А что нужно уметь, что нужно знать? Надо кисточка и от серединки вот так красиво мазать. Вот я нечаянно отсюда начала, и у меня вот порвалось. Когда большая группа, чаще это просто больше грязи, меньше качества. Почему? Потому что все-таки каждому ребенку нужно объяснить, да, каждому уделить внимание, где-то помочь, где-то подсказать, где-то просто поддержать. И иногда бывает, что шарик падает, это уже расстройство, и это надо немножко уделить внимание для того, чтобы иногда помыть его, да, иногда перекрасить, переклеить. Бывает, где-то порвалось, где-то... что-то перевернулось, не так сложилось. Конечно, когда есть маленькая группа, такое камерное, тогда и результат лучше, и общение, он как бы приятнее и душевнее. Я этот шарик повешу на елку. Я буду друзьям, родителям дарить разные. Я буду еще делать только разные шарики. Вручную тяжелее, потому что надо сначала грунт наносить, потом клей, когда высохнет грунт, картинки, потом лаком и красить. А на компьютере легче, потому что можно включить программу курсором, все сделать абзац и печатать. И можно сделать, можно удалить то, что неправильно напечатал. А вот вручную нельзя. Зимові свята у хлопчика асоціюються з піснями, тому і серветку обрав музичну, з нотками. І везде слышно щедрівки, колядки. Ми іноді з друзями ми получаємо сладості і деньги. А щедрівки, які ви поїхали? Щедрик Ведрик. Нам також защедрував. Щедрик Ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кисля ковбаски, ще вареничку, ще паличку. Щедрик Ведрик, дайте вареник. Незважаючи на те, що зображення серветок можна було обрати різні, у дітей, які сиділи поруч, кульки виявились схожими. Психолог мені пояснила, що це звичне явище. Я хочу себе так же хорошо, как у кого-то другого, либо я еще не знаю, что я себе хочу. Попробую-ка я так. А потом в процессе я добавляю, вот мне бы хотелось бы еще этого, либо наоборот, я посмотрел, как у него, а то у меня будет по-другому. Вот это скорее, наверное, про работу вначале сообща, а потом уже в процессе выделения чего-то своего. Либо наоборот, вы видели, что в конце там все начали снег добавлять, потому что показалось, что у Даши это классно получилось, это почему бы и себе не сделать. Дарьи до вподоби невеличкі зображення. Потому что маленькие иногда бывают, что красивые. Их можно везде приклеить, по всему шарику. Святий Миколай подарував дівчинці вічний маятник. Его ставишь на подставку, и он качается вечно. А как ты думаешь, зачем тебе Николай такой подарок подарил? Потому что я маме говорила, уже мама, купи, и у меня получилось, что мне Святой Николай подарил. А моей сестре он подарил золотое зеркало, и там сзади него выложено камнями и павлин. А правда, что для того, чтобы на Новый год получить подарок, который хочешь, нужно писать письмо Деду Морозу? Можно не писать. Вот когда я один раз не написала, то мне Дед Мороз подарил телефон. Какой, настоящий, что ли? Не, игрушечный. Я знаю, що психологи дуже часто організовують творчі тести для різноманітних цілей. Це заняття зовсім не схоже на тестування. Неважно, это дети, это взрослые, неважно какой категории, неважно какого социального статуса. Если идет творческая работа, если идет арт с терапевтическим наклоном, здесь никакой нету диагностики.
Это первое, что сам ведущий должен себе ставить в голове. Потому что если я сразу там начинаю оценивать, то это уже не даст человеку раскрыться и не даст ему действительно прикоснуться к своему внутреннему миру. Поэтому мой посыл о том, что мы делаем просто для того, чтобы это делать, для того, чтобы получить тот ресурс, который возможно получить в данных условиях, это самое важное. А все, что там я могу как психолог сказать, не сказать, на данный момент это отметается. Они нестандартные, они замечательные, они творческие, и у каждого из них есть большой потенциал. И общаемся мы не только и не столько через тесты, сколько непосредственно, и это гораздо важнее, и это гораздо продуктивнее. У меня на елке очень много шариков, поэтому этот, наверное, вместится. А в следующем году, наверное, вся елка будет в этих шариках, только в разных. Я уже знаю, что мне Дед Мороз подарит. Он подарит мне машинку, которая открывает все двери багажника капот. Двери закрываются с багажником на ключ. Я открываются с ключа, только ключ нормального размера. И чтоб, если она сломалась, каждой детальке по 3 штуки было. Откуда ты знаешь, что тебе подарили? Я так написал в письме. А в будущем, может, кем ты хотел бы стать? Изобретателем, фермером, рок-звездой. Ну, можно рок-звезду вычеркнуть. Фермером, изобретателем, в общем. А почему? Потому что хочется заниматься животными, и хочется изобретать. Потому что у меня уже есть одно изобретение. Машина на статическом электричестве. Не хватает одной детали только. Усилитель мощности. Почему ты решила именно такую машинку придумать? С чего? Потому что не нужно вообще энергию загрязнять. Потому что даже электромобили, чтобы зарядить аккумулятор, энергия берется с заводов, загрязняющих окружающую среду. А это просто энергия человека. Я как изобретатель уже умею чертить чертежи и паять. Вот смотри, у нас куча пакетиков валяется, да, мусорных. А как можно от них избавиться? Я уже дома избавился. Мы купили сумку, эту, клубничку. Складывается в маленькую клубничку и носится с собой. А когда нужно, раскладывается и все, и сумка. Правда, пожмаканная слегка. Тетяна Вікторівна впевнена, чим більше ми пізнаємо себе, чим більше ми дозволяємо собі розширити кордони буденності, тим простіше та цікавіше жити в цьому світі. Это сделано своими руками, они забирают с собой. Хотя бывали такие у нас занятия, когда мы делали не для себя. Бывают у нас встречи, когда мы делаем для кого-то. У нас были там и благотворительные встречи, когда мы делали для других детей, либо для других взрослых, кто нуждается, как мы считаем, в нашей поддержке, либо в наших теплі, в наших серцях. Після того, як кульки висохнуть, їх потрібно вкрити лаком. А поки що запрошую на ще один майстер-клас. Для того, щоб підсилити різдвяний настрій, я пропоную вам разом з батьками зробити ось таку різдвяну прикрасу. В цьому нам допоможе керівник гуртка юних дизайнерів. Пані Марія, що це за квітка? Що ми будемо робити? Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сьогодні ми з вами будемо делать такий рождественський цветок понсеттія. Для этого нам понадобится бумага для оригами. 3 листика мы возьмем. Нам понадобятся ножницы и клей. Итак, мы начинаем с того, что берем листик формата А4 и обрезаем наш вот этот лишний на данный момент прямоугольничек. Но очень аккуратно, потому что он нам еще понадобится. Таким чином ми виконуємо з іншими листочками. І так у нас вийшло 3 таких елемента, які розкладуємо, виходить у нас квадрат. Ми їх поки відкладаємо, у нас залишаються наші обрізки. З цих обрізків ми теж з вами зробимо такі ж маленькі квадратики елементи. Це все робиться без лінійки, робиться на глаз, але від одного уголка до другого загибається листик.
И опять у нас получается квадратик. Мы обрезаем ножничками по эту линию. Маленьких квадратиків у вас має вийти вдвічі більше. Теперь у нас получилось еще 6 дополнительных квадратиков. На данном этапе откладываем ножницы, и нам понадобится клей. Мы приступаем к склеиванию декоративных элементов для нашего цветка. Нам необходимо подклеить краешек, уголок нашего квадрата. Можно тоже приступать. Намазали клеем и складываем пополам, стык в стык. Продолжаем делать. Получается у нас такой забавный, интересный треугольник. Уже видно объем нашего лепестка. Мы начинаем его подклеивать. Берем серединку. Тоже делаем это на глаз. Клея немного берем. Даже вверх получается, да? Вот. Здесь сгибаем. Как раз вот эта линия сгиба, она нам и очень нужна была, чтобы было видно и понятно, где линия сгиба. Так, и теперь соединяем. Вот уже получается такая часть лепестка. Что мы далее робимо? Эти листочки нам куда-то не потребны, чем не так? Дальше мы ее собираем потихоньку. Ну, можем сделать так. Я склею два элемента, и вы. Значит, для того, чтобы склеить между собой листья, лепестки наши, то мы берем немножко больше клея, делаем вот такой вот треугольничек и склеиваем две части, две стороны. Вот таким вот образом соединяем. И теперь тоже желательно немножко придержать. Мы можем немножко согнуть наши лепестки. Буквально немножко ребром ножниц провести по бумаге. Тем самым мы загнем наши лепестки цветка, чтобы это было понятно, что это цветок. И немножко, можно даже пальчиками чуть-чуть подкрутить. Точно так же мажем клеем треугольничек, чтобы он был посерединке. И так, чтобы у нас сверху осталось немножко места, расстояние, и снизу. И соединяем теперь два этих элемента. Вот таким вот образом, чтобы лепестки сошлись опять-таки стык в стык. Следующий этап. Теперь мы будем украшать сам цветок внутри. Мы сделаем вот такие вот декоративные элементы внутри. Для этого мы применяем наши маленькие квадратики. Точно так же нам понадобится клей. Мы мажем уголок, но при этом делаем немножко по-другому. Мы не клеим стык в стык, как в прошлый раз, а отступаем небольшое расстояние, где-то 5 миллиметров. Точно так же, как и крупные элементы, мы в серединке делаем капельку из клея и соединяем теперь наши маленькие лепесточки. И, в принципе, что у нас получится в итоге. Чтобы сочеталось и контрастировало, мы к красному прикрепим оранжевый цвет. Вот, подклеили уже. И постепенно приклеиваем другие элементы соответствующего цвета. Так само прикрашаємо середину. Це надасть квітці об'єму. Збиралась зробити дві зірки, вийшла у нас така декоративна, яскрава, але одна. Да, получился такой интересный творческий подход.
соединили в одно, да. То есть здесь 4 элемента, и из этих 4 элементов соединенных уже получился такой яркий, красивый рождественский цветок. Тому дома пробуйте, експериментуйте. Можете зробити взагалі білу квітку, а всередині зробити різнокольорові ці пелюстки. Можна і жовту, і сиренєву, можна білу. Все, що дозволяє ваша фантазія, експериментуйте, пробуйте. У вас все вийде. Діти, з якими ми сьогодні познайомились, уже закінчили свою роботу. А мені доведеться залишитись для того, щоб доповнити композицію, адже в Новий рік потрібно йти вже з завершеними справами. Тому я залишаюсь, а з вами зустрінемось рівно за тиждень. Якщо ви мрієте потрапити на телебачення, хочете розповісти про свій дитячий колектив, пишіть мені на електронну адресу, яку бачите на екрані. Відповім кожному.